предыдущей серии. Сегодня у меня фотосессия. Я волнуюсь. Бикини скромным не назовешь. Я наняла детектива для поиска своих биологических родителей. Есть хорошие новости и плохие. Ясно. Мы не будем с вами пить. Джеремайя и Сабрина занимаются колдовством. Убирайся из моей комнаты. Пока я вообще не понимаю, что такое, что происходит. Она все потеряет, поверьте мне. В чем вы пытаетесь меня обвинить? И далее. Мы с Ребеккой пара, я счастлив. Такую девушку я не упущу. Я уверен, что она моя судьба. Сегодня я еду на встречу со своим биологическим отцом. Вы мой папа? Мы думаем, Сабрина нас обманула, чтобы переехать к Джеремайе. Вижу, ты собой доволен. Да. Ребекка пытается обвести тебя вокруг пальца, как ты можешь на ней жениться? Будто сделал предложение женщине, которую совсем не знаешь. Почему ты мне не сказала? Мне нужно уехать, чтобы понять, кто я есть на самом деле. Впервые в жизни я хочу сделать что-то для себя. Я жила уединенной жизнью, хочу все узнать. Думаю, нужно делать то, что хочешь, следовать за мечтой. Я не хочу прожить остаток жизни, раздумывая, как могло бы быть. Амиши, найти новую жизнь. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Псалом 34, стих 13. Всегда, когда я хочу создать с кем-то отношения, меня отталкивают. Заметила, она все время строит из себя жертву. Сабрина говорит, что прошлым вечером Кейт назвала ее чудовищем. Я не знаю, правда ли это. Я посвятила ей много времени, стараясь быть для нее хорошим другом. Я терпела все ее заскоки, а теперь она обвиняет меня в колдовстве. Они говорят, я подсыпала ей что-то в бокал, потом разбудила посреди ночи и обвинила в колдовстве. Я не помню, чтобы я такое делала. Остальные говорят, что так и было. Я проснулась в 2 часа ночи и увидела, как она наставила на меня видеокамеру. Она говорила о каких-то чудовищах, странно смеялась. Видеоматериалы, подтверждающие слова Сабрины, найдены не были. Я сказала, хорошо, я переезжаю, не хочу, чтобы она жила по соседству с ведьмой. Кейт тяжело. Как бы я себя чувствовала, если бы меня обвиняли в вещах, о которых я понятия не имею? Я не знаю, что произошло. Я просто сказала Сабрине, что хочу поговорить с ней, ведь я люблю Сабрину. Я не хочу, чтобы она на меня обижалась. Надеюсь, я не сошла с ума. Мне противно от всего этого. Сейчас тошнит. Они говорят, что я сумасшедшая, и находиться рядом со мной опасно. Это же ужас. Меня совсем не радует эта ситуация. Я хочу поддержать Кейт, потому что нельзя взять человека и бросить на растерзание волкам. Привет, можно выйти? Да. Мы не самые лучшие друзья, но ни один человек в США не заслуживает такого. Это точно. Мы хотели поговорить о прошлой ночи, потому что считаем, что произошла какая-то полная ерунда. И нам это очень не нравится. Вчера я была у зубного. Мы пришли в номер. Он был со мной. Мы вернулись, вошли, а все вещи исчезли. Все наши вещи исчезли.
То есть вы сами не вывозили вещи? Нет, я была ошарашена. Подошел Джеремай и сказал: ребята, посмотрите, что случилось. Особенно меня расстроило то, что я поверил им до того, как услышал твою историю. Я страшно испугалась, подумав, что все случилось на самом деле, и я просто с ума схожу. Мы думаем, что все подстроила Сабрина, чтобы переехать к Джеремай. Но если все так, то для меня это облегчение. Все не так уж хорошо. Никто не заслуживает того, чтобы пройти через такое. Я понимаю, она хочет остаться с Джеремай, и да я и не против, я просто не хочу, чтобы она использовала такие методы, желая остаться с ним. Пока она была здесь, я даже не чувствовала, что у меня есть соседка. Но большую часть времени ее здесь не было. Она провела здесь одну или две ночи. Тогда где она была? Джеремай тоже не было, я думаю, они были вместе. Но они никогда не оставались в нашем номере. По вечерам их тоже не видели. Вопрос, где они? Не знаю. Мы думали, что Джеремай был в номере девушек. Кейт думала, что Сабрина была в нашем номере. Но они оба были где-то в другом месте. Они постоянно твердят нам, что они просто друзья. Давайте найдем Джеремаю и Сабрину, поговорим с ними, посмотрим, что можно сделать. Ну что, пошли? Пошли. Эйб. Мы можем поговорить наедине? У Джеремая была какая-то тайна. Видимо, он хотел рассказать Эйбу о себе и Сабрине. Мы никому не говорили о тебе и Сабрине. Но если вы расскажете о нас, то я расскажу о тебе. Он сказал, что они делали это, поэтому он мне угрожал. Он знает, что было у нас с Ребеккой. Он сказал, что если я расскажу о них, то он раскроет мою тайну. Я буду молчать. Ладно. Он сказал, что если мы кому-то расскажем о них, он все расскажет о нас. Он угрожал, сказав, что если мы расскажем о нем и Сабрине, он расскажет всем мои секреты. Что? Ты какой-то довольный. Да. Что случилось? Ничего, мы с Эйбом просто поболтали. Джеремай, ты что, мне угрожаешь? О чем ты? Ты не имеешь права мне угрожать. Ты говоришь, что все обо мне расскажешь. Говори-ка ты по-английски, знаешь что? Что там происходит? Я ему все объяснил. Тебе нужно поговорить со своим мужчиной, прежде чем наезжать на меня. Я все ему объяснил, так что не стоит усугублять. Поняла? Я не боюсь Ребекки, не боюсь Эйбы, да я никого не боюсь. Хотите знать, в чем был секрет? Они знакомы уже довольно давно, но никому об этом не говорили. Я не знаю, встречались ли они раньше, но знакомы точно были. Я никому не позволю меня шантажировать. Эйб мой парень, и мы были знакомы раньше. Да, мы сбегали из общины, надевали обычную одежду, ходили в боулинг. Потом Эйб уехал в Кентукки, а я в Северную Дакоту. А когда мы с Эйбом оказались в Пенксатоне, мы снова начали встречаться. Почему ты утверждаешь, будто я что-то тебе подсыпала? Да я поклянусь на Библии, если нужно. Я ничего не выдумывала. Я бы никогда не поступила так с Кейт. Сколько себя помню, всегда мечтал об этом. Это был худший из кошмаров. Амиши. Найти новую жизнь. Thank you.
Давайте сядем, успокоимся и обсудим все как нормальные люди. Хочу спросить у тебя при всех, почему ты утверждаешь, будто я тебе что-то подсыпала? Ты ведь знаешь, я этого не делала. Да я вообще этого не говорила. Она что-то положила в мой бокал. Я никогда не говорила, что она меня обманула. Не я начала всю эту гнусную историю, это все Джеремайя. Я думаю, Кейт подсыпала что-то в выпивку, потому что сама она пить отказалась, сказав: «Нет, я не пью». Я думала, мы друзья. К чему эти обвинения? Ты знаешь, я тебе ничего не подсыпала. Как скажешь. Это правда. Но и я не ведьма. Я никогда не говорила, что ты ведьма. Я сказала, что боюсь колдовства. Я еще вчера тебе все объяснила. У Джеремайи и Сабрины есть склонность к колдовству. Колдовство — это грех и дьявольские происки. Я тебе честно скажу. Я прошу прощения за то, что обидела тебя и остальных. И беру всю вину на себя. Неужели так все и было? Неужели я подходила к тебе ночью и снимала тебя на камеру крупным планом? Да, я помню звук отключения камеры. Потом я увидела, как ты легла в свою постель. Я тебя окликнула, а ты не ответила. Дело вот в чем. Для тебя все было реальным, и для тебя все было реальным. Что произошло, никто не знает. У каждой из вас есть право на свои ощущения, и из-за этого не стоит ссориться. Верно. Я считаю, что Сабрина кое-что выдумала, так как она хочет быть с Джеремайей. Но это ее не извиняет, так нельзя делать. Если у тебя роман с кем-то, то скажи об этом честно. Похоже, они выдумали всю эту историю, чтобы просто скрыть от других свои чувства. Да я поклянусь на Библии, если нужно. Я ничего не выдумывала. Я бы никогда так не поступила с Кейт. Мы не обязаны быть лучшими друзьями. Но и врагами быть тоже не стоит. Верно. Давайте попробуем все решить по-человечески. Я зря трачу силы, стараясь гладить ситуацию, потому что ему нравятся драмы, ему нравится сплетничать, ему нравятся конфликты, ему нравится наговаривать на людей. Он совсем свихнулся от Сабрины, ничего не видит вокруг. Сабрина сейчас в его номере, а я в своем. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Бытие, глава 1, стих 31. Кони Айленд. Боже мой, как мне нравится. Мы впервые оказались на пляже, и я хочу сделать Ребекке предложение. Пожелайте мне удачи. Давай спустимся. Теплый. Здорово. Потрясающе. Амишам нельзя ходить на пляж, потому что нам не разрешается тратить деньги на отдых. Я всегда мечтал об этом. Сколько себя помню. Господи, посмотри на воду, она бесконечна. Я видела фотографии океана, но они никогда не сравнятся с настоящим. Давай плавки и купальник, искупаемся. Черт возьми. Мне этот нравится. То, что нужно, розовый и яркий. Амиши умеют плавать, но нам нельзя ходить на пляже, потому что появляться в трусах на публике запрещено. Ребекка, как тебе мой наряд? Что такое? Пожалуйста, прикройся. Тебе что, не нравится? Да ладно. Отличные плавки. Зачем ты надел женское белье?
Боже, просто глазам не верю. Какой это кошмар. Если ты их наденешь, я с тобой никуда не пойду. Я бы никогда не надел такое для пляжа. Я просто хотел увидеть ее реакцию. Она того стоила. Я на параде пуэрториканцев в Нью-Йорке. Я очень волнуюсь, так как это моя первая возможность каким-то образом стать ближе к Пуэрто-Рико. Сегодня все будут веселиться, на улице выйдут тысячи людей. Будет много песен, танцев, все будут прославлять Пуэрто-Рико. Будет очень-очень весело. У менонитов не принято ничем гордиться. Для меня это тяжелый психологический процесс. Начать гордиться Пуэрто-Рико, потому что я чувствую, что, в общем, это грех. Тебе очень идет, так держать. Молодец, дай пять. Я пуэрториканка, я хочу соответствовать. В моей культуре нельзя ничем злоупотреблять и, по сути, быть пуэрториканкой. Я так люблю веселье. Я люблю шум, смех, яркие костюмы. Я обожаю красочные и веселые вещи. Пуэрториканцы принимают тебя такой, какая ты есть. Им все равно, какой ты веры. Если бы меня сейчас видела моя семья, у них бы случился сердечный приступ. Я горжусь тем, что я пуэрториканка. У меня жутко забилось сердце, когда я увидел ее в купальнике. Я подумал, что сейчас встану на колени и сделаю ей предложение. Но потом подумал, что лучше подождать. Я так рада, что мы здесь. Просто не верится. Мечта стала явью. Мы с Ребеккой пара, и я счастлив. Такую девушку я не упущу. Я хочу сделать ей предложение. Я волнуюсь, мне хочется побыстрее со всем разобраться. Решить все быстрее. Я бродил по берегу и нашел романтическое место, где сделаю Ребекке предложение. Я так нервничаю. Я ее спрошу. Ты согласна? Я забыл, как пишется «Выходи за меня замуж». Как писать слово «замуж»? Мне подсказали. Z-A-M-U-J. Затем я вернулся и подарил ей цветы. Это тебе. Спасибо. Я спросил, хочешь прогуляться? Она ответила, да, конечно. Мы пошли по набережной и вышли на пирс. Я хочу тебе кое-что показать. Да, интересно. Ребекка, ты выйдешь за меня замуж? Ребекка, ты выйдешь за меня замуж? Да! Я крепко обнял ее, и она сказала «Да!». Не верится, что все получилось, как я мечтала. Я так счастлива. Я бы никогда не ответила ему «нет».
Нет, никогда. Никогда. Я люблю тебя. А я люблю тебя. Только посмотрите. Я мечтала об этом с детства. Вы мой папа. Амиши, найти новую жизнь. Сегодня я пришла в модельное агентство, чтобы узнать результаты фотосессии. Я волнуюсь. Не представляю, что мне скажут. Как вы чувствовали себя на съемках? Мне понравилось, очень понравилось. Сейчас посмотрим на ваши фотографии. На фотосессии я старалась изо всех сил. И если ничего не получится, я расстроюсь. Надеюсь, им понравятся мои снимки. Хорошая работа, эффектно. Вот это фото удачное, замечательное, и это тоже. Я с детства мечтала о такой работе. Я скрестила пальцы в надежде, что подойду агентству. Вот что мы сделаем. Мы дадим вам шанс. Я поселю вас в квартире для моделей с другими девушками. Это на Мэдисон-авеню. И затем вы начнете ходить на пробы. Договорились? Отлично, мне нравится. Тогда добро пожаловать. Катя, огромное спасибо. Увидимся после 4 числа, хорошо? Я подписала договор. Мне дали 30 дней испытательного срока. Я всегда мечтала о такой работе. Я невероятно счастлива. У меня начинает получаться. Заполните бумаги, потом мы поселим вас в квартире для моделей. Вы будете жить там месяц. Мы проведем курс обучения, чтобы вы смогли в дальнейшем работать с нашими клиентами. Как вам такое? Мне нравится. Хорошо. Меня поселят в квартире с чужими людьми. А это меня слегка пугает. Потому что для меня все это в новинку. Но будет весело узнать что-то новое. Я хотела вам сказать, что мы хотим пожениться. Здорово. Поздравляю. Когда мы вернулись, то собрали всех и пошли отмечать нашу помолвку. Я спросила его, как ты угадал с размером кольца? Очень славная. Ребята были рады услышать о нашей помолвке. Он сказал, что бриллиант, как у принцессы, не зная, что это значит. Сегодня я впервые иду к своему биологическому отцу. Мои родители Менониты говорили, что нашли меня чуть ли не в баке для мусора. И то, что мои настоящие родители меня не любили. Я очень боюсь, ведь я не знаю, чего ожидать. Я очень надеюсь, что у нас сложатся отношения, и они будут развиваться в дальнейшем. Я очень боюсь, что этого не случится. Тогда мое сердце будет разбито. Но я должна это сделать. Я буду открытой. Надеюсь, все получится. Я хочу, чтобы он гордился мной, чтобы он любил меня. Я хочу подружиться с ним. Вы мой папа? Да. Привет. Я очень рада. И я рад. Ты очень похожа на маму. Правда? Хочешь познакомиться с бабушкой? Да, очень. Привет, бабушка. Привет. Как ты? Хорошо. Ты всегда жила в моем сердце.
Наконец-то я встретилась с тобой. Я молила Бога, чтобы ты пришла. Ты всегда была в моей душе, всегда. Твой отец со мной, он обо мне заботится. Что она сказала? Ты всегда в ее душе. Я очень уважаю отца за то, что он круглосуточно ухаживает за бабушкой. Это о многом говорит. Она сказала, твоя мама очень тебя любила. Правда? Я не могу сказать о ней ничего плохого. Как они сказали, моя мама была хорошим человеком, для меня это очень важно. Она хранила твои фотографии. Я не ожидала, что везде будут мои фотографии. Приемные родители присылали твои фотографии. Я даже не знала, что приемные родители присылали им мои фото. Я даже не думала, что они обо мне помнят. Я ничего не знала о своем отце, и то, что у него были мои фотографии, меня просто потрясло. Очень рад тебя видеть. Я долго ждал этого дня, я знал, что ты будешь искать меня. Знал это. Знаешь, она сказала мне пару дней назад, что она умрет только тогда, когда увидит тебя. Это было как откровение. Бабушка сказала, что не умрет, пока меня не увидит. Огромное спасибо, что дал мне жизнь. Спасибо. Мы обменялись телефонными номерами, и теперь будем общаться. Я чувствую к нему любовь и уважение. Огромное спасибо. Я очень рада, что встретила тебя. Спасибо за все. Тебе спасибо. Я приеду еще. Звони мне, спасибо. Благослови тебя, Господь. Пока. Спасибо, что разрешили навестить вас. Встреча с отцом стала для меня очень сильным испытанием, эмоциональным испытанием. Не думала, что чувства меня настолько переполнят. Я просто слов не нахожу. Бабушка сказала, что, увидев меня, может теперь спокойно умереть. Ее слова сильно на меня подействовали. Печально, что приемные родители общались с моими настоящими родителями, а я об этом ничего не знала. Хорошо, что они поддерживали связь, но почему про меня забыли? Я даже не знала, что они посылали им мои фото. И мне еще многое нужно узнать. Думаю, мне было бы намного легче, если бы я познакомилась с ними раньше. Я ведь жила в неведении. И теперь у меня возникло еще больше вопросов. Я только что сделал Ребекке предложение. Я хочу съездить домой и узнать, что мои родные на это скажут. Я проявлю к ним уважение, оденусь как амиш, чтобы выразить свое уважение маме. Привет. Вернулся. Да. Хорошо. Веселился там? Как никогда. Лучшее время. Да. И на берегу океана я сделал Ребекке предложение. Как ты можешь жениться на Ребекке? О чем ты? Она ведь была уже замужем за Амишем. Что? Да, я говорила с мамой ее мужа. Она напомнила мне, что Ребекка была замужем за Амишем. Да? Она мне ничего не говорила. Может, она пытается тебя обмануть? А ты это точно знаешь? Да. Мама ее мужа сама мне все рассказала. Все.
Но она недолго была замужем. Ты понимаешь, что если женишься на Ребекке, ты не сможешь быть Амишем и жить с нами. Так что подумай, сынок. Я даже не знаю, что теперь делать. Тяжело узнавать от других людей, что женщина, которая сделала предложение, замужем. Будто сделал предложение незнакомке. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Притчи, глава 12, стих 4. Когда я узнал, что Ребекка была замужем и ничего мне не рассказала, я решил узнать ее версию истории. Я говорил с мамой. И? Она сказала, что ты была замужем, это правда? Да. И почему же ты мне не сказала? Можешь объяснить? Неприятно узнавать о таком от других людей. Мне неприятно было об этом говорить, но не стоит осуждать меня, потому что ты не знаешь, через что я прошла. Ты понятия не имеешь о том, что произошло, и не знаешь причину, по которой я вышла за него, а потом ушла. Я не хотела говорить о том, что была замужем, а потом развелась, потому что амиши не разводятся. И еще потому, что мне было стыдно признаваться, ведь я выросла среди амишей. Ты меня осуждаешь за то, что я была замужем, но ты не знаешь всей истории, а если бы знал, не злился бы. Я злюсь из-за того, что ты не сказала мне. Слушай, ты делаешь мне предложение, но ты знаешь, что я была замужем. Если бы мы поженились, я бы не смог снова стать амишем. И что, теперь мы не поженимся? Я этого не говорил. Я имею в виду, что теперь мне нужно выбирать между тобой и амишами. Амиши не разводятся. Если вы женились, то женились навсегда. Пока один из вас не умрет, вы женаты. У нас нельзя разводиться. Я люблю тебя, но в то же время я боюсь потерять свою семью. Плохо и то, что с ее бывшим мужем мы знакомы с детства. Я не знал, что она вышла замуж, так как уезжал в Кентукки. Я понимаю, почему Ребекка ничего не рассказала, когда вернулась в Пунксатоне. Она была скрытной, она бы стала изгоем. Можно мне взять пару дней и все обдумать? Да. Мой бывший дурацкий брак будто разрушает все то хорошее, что я хочу сделать в жизни. Не хочу сидеть в гробовой тишине. Мы могли бы все обсудить, как нормальные люди. Он тебя не достоин. Главный вопрос, хочешь ты быть со мной или нет? Ты не знаешь, через что я прошла. Амиши, найти новую жизнь. Начнем с картошки. Какая тесная кухня. Наш последний вечер в Нью-Йорке, и девушки решили приготовить ужин. Парни не могут думать на пустой желудок. Это правило номер один. Перед отъездом мы устроили прощальный ужин. Я давно уже не готовила, еще подгорит что-нибудь. Я будто на американских горках. Мне пришлось налаживать отношения с соседками, но ничего плохого я не совершила, хотя Сабрина ясно дала понять, что я не мешала ей и Джеремае. Для меня это были новые ощущения. Пора двигаться дальше. Пойдем поговорим, пока женщины готовят. Да, проваливайте с моей кухни. У нас с Ребеккой возникли проблемы, остальное меня не волнует. У тебя проблемы? Я не знал, что она была замужем. Она не говорила. Стой, погоди. Она амиш, и она была замужем? Да. Черт. Из-за любви и уважения она должна была тебе все рассказать. Да.
Это серьезно. Скажем, Эйб снова захочет стать амишем, но ни его, ни ее в общину уже не примут. Ей просто нужно было мне все рассказать, а теперь я не могу понять, почему я совершил серьезную ошибку. Что теперь делать-то мне? Я не знаю. Я был женат, и мы оба были амишами, но, к сожалению, ничего не вышло. Вообще не амиши можно жениться повторно, только если твой супруг умер по какой-то причине. Что будешь делать? Я не знаю. Мне нужно пару дней все обдумать. Пару дней? Ну да. Да я бы все решил за пару часов. Что такое? Обо мне говорите? Мне кажется, это наше личное дело. Хотелось узнать его мнение. Почему ты рассказываешь людям о наших личных делах? Зачем ты это делаешь? Хотел узнать его мнение. Это дело между нами. Он здесь ни при чем. Зачем тебе чье-то мнение? Что с тобой? Эйб все рассказал Джеремае. О чем? Он узнал о моем бывшем муже. Что? Ребекка сказала, что была замужем, а я спросила, что? Но он бы все равно узнал об этом. Такие вещи утаить невозможно. Так ты что, ему не рассказывала? А нужно было? Что это меняет? Я думала, он меня любит, думала, для него это важнее. Ну, в общем-то, да. И я так думала. Я вижу нас вместе в будущем, но, с другой стороны, я задаю себе вопрос, смогу ли я смириться с тем, что у меня не будет шанса вернуться в общину, если я захочу, потому что это на всю жизнь. Что я могу сказать? Я рад, что я не на твоем месте. Иди сюда, обнимашки. Захочешь поговорить, я рядом, понял? Если он считает, что ты недостаточно хороша для него, оставайся собой. Он тебя недостоин. Это точно. Не в этом дело. Она могла сказать мне, что была замужем. Разве это тяжело сказать? Слушай, я была замужем. Я не думала, что для тебя это имеет значение. Я думала, ты любишь меня такой, какая я есть. Но ты была замужем. Я понимаю, Эйба. Если бы я выходила замуж, для меня это тоже было бы важно. Предположим, он захочет вернуться в общину амишей. Женившись на тебе, он уже не сможет этого сделать, потому что ты была замужем. Вот и все. Да дело-то вовсе не в этом. Главное, хочет ли он быть со мной или нет. И такое решение зависит от нас обоих. Я не хочу говорить о прошлом браке. Я ненавижу об этом вспоминать. Простите, что мой бывший был придурком, и я не хотела быть с ним. Мне очень жаль, что вы, ребята, по-прежнему думаете, как амиши. Давайте помолимся. Эти несколько недель пролетели очень быстро. Нам нужно вернуться домой. Кто-нибудь понимает, что это значит? Мы не можем жить в гостиницах постоянно. Пора решить, останемся ли мы амишами, когда вернемся в Панксатоне, и что нам делать. Ребята, вы понимаете, что если мы вернемся в общину, то нам придется заслуживать доверия. Многие будут нас избегать. Знаете, что у меня были проблемы с церковью? Какие проблемы? Я присоединился к церкви, когда мне было 16. В 19 ее покинул. Когда мне было 18, меня поймали на курении, а наша церковь этого не приемлет. Мне сказали, что если я не покаюсь перед всеми прихожанами, то стану изгоем. Они меня долго уговаривали, но, наконец, я не выдержал и сказал, «Ладно, покаюсь, только отстаньте от меня». Но пока они совещались, мне пришлось выйти на улицу. Я вышел, спрятался за амбар и закурил. Да. Затем кто-то вышел и пригласили меня войти. В нашей церкви нужно было выйти к первому ряду, встать на колени и исповедаться. Я им сказал, «Я хочу, чтобы все меня слышали. Я исповедуюсь, потому что мне приходится, а не потому что я хочу». Ребята, вы думаете, что быть менонитом проще, но это не так. Может, тебя и не будут избегать, но тебя будут осуждать. Люди будут подходить и кричать на тебя, будут присылать письма. Они превратят твою жизнь в ад, если ты не раскаешься. Но все же быть менонитом...
Не так страшно. Я переживаю из-за семьи, из-за поддержки друзей. Потому что я знаю, что если со мной что-то случится, в общине мне всегда помогут. Если мы не будем амишами, представляете, как нам будет тяжело? Если я стану моделью, то останусь без поддержки, а если у меня ничего не получится, то я останусь ни с чем. Хотя меня и приняли в агентство, но это не значит, что все сложится удачно. Стоит ли работа моделью моей семьи? Правда. Если я стану англичанкой, то могу остаться одна. Я тоже этого боюсь. Печально, что у нас возникали разногласия и ссоры. Мы стали очень близки, и мне будет тяжело снова остаться одной. То, что мы сделали, требует большого мужества. Ведь многие из молодых амишей хотят уехать, но им не хватает смелости. Если я останусь меннонитом, то, возможно, так будет лучше. Меня не будут осуждать, и у меня будет семья. Но все же нужно поступать так, чтобы и самой быть счастливой. Я рада, что приехала в Нью-Йорк. Я многому научилась. Я многое узнала о других и о себе. Если бы я решил стать англичанином, то мне было бы сложно найти хорошую работу, ведь у меня нет образования. Не знаю, нужно ли образование в деревне, но в Нью-Йорке без него никуда, как в любом большом городе. Самое лучшее в Нью-Йорке — это то, что здесь много возможностей. Любые твои мечты могут осуществиться. Знаю, папа не будет рад моему решению, а мама будет плакать. Вообще-то мне грустно. Да, мы ссорились, но за эти 6 недель мы очень сдружились. Но под Джеремайей я скучать точно не буду. Это я вам честно говорю. Когда мы решили уехать в Нью-Йорк, мы знали, что рискуем, но думаю, что поездка нам всем помогла. Я долго сомневалась, ехать ли мне в Нью-Йорк, но теперь вижу, что приняла правильное решение. В следующей серии. Перед тем, как начать карьеру модели, я хочу съездить домой и повидать семью. Мама вышла. Она отказалась со мной разговаривать. Папа тоже не одобрит моего решения. Я просто хотела повидать вас. Мы знакомы с детства, и поэтому тяжело видеть, как люди бегут от тебя. Передай ему тарелку. Мои родные не хотят так делать, но они обязаны, или их будут избегать. Когда я вошла, дом оказался пустым. Все мои вещи исчезли. Я все потеряла.